По мнению генсека ООН Антонио Гутерреша, военная конфронтация в Украине продолжится, и в ближайшем будущем нет возможности для результативных мирных переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем он выразил надежду, что война прекратится к концу будущего года. «Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине. Последствия для народа Украины, для российского общества, экономики и РФ. Последствия для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран. Высокие цены на продовольствие и энергоресурсы и все другие трудности, связанные с ростом цен, рост задолженности, нехватка фискального пространства и драматичная ситуация, с которой сталкиваются развивающиеся страны из-за растущего неравенства, все это причины для нас, чтобы сделать все возможное для разработки мирного решения до конца 2023 года. Украинская сторона заявляет, что Россия должна полностью вывести войска, и любые переговоры, не учитывающие международно признанные границы, неприемлемы.